Короче, здорово всем, с вами Рафил на связи, все на базе, йо-йо-йо. Обзорчик на пиратскую ману, эта фарфоровая кукла влюбилась, про Марину Китагаву, Марин Китагава, как я познакомился с этим тайтлом. Я 100 лет назад смотрел видос Persecute, или как-то так. Ютуберша была такая. И она там про мангу затирала. Типа, о, топовая манга in the мире, вообще супер. И аниме будет скоро. Ну, я такой, ну, на заметочку. Трошку отложим. А потом аниме вышло. Такой, ну, почему бы не посмотреть. И начало вообще отлично было. А потом 7-я или 8-я серия. У меня там в Шикимори помечено. Добавили других персонажей. Как-то все медленно. Не так, короче, я дропнул. И все такое, типа, ну, нахуй, хуета. Кстати, манга в ангоинге, а на второй сезон аниме то ли анонсировали, то ли он уже выходит, то ли он уже вышел, но не суть. И все, а потом Даник активно продвигал стикеры с Марина. Недавнее время еще и гифки. И, ну и вот, я, короче, видел эти стикеры, мне тоже понравились, особенно один. Вот, и я такой, ну, блин, использую, прикольно, нравится мимика, эмоциональность этого персонажа, Марин. А вот главный герой хуйло то еще, конечно, блядь, вообще бесхребетное ебло, просто, блядь, опущенное, нахуй, блядь, полнейший даун. Так это, короче, я видел на ВБшечке давненько, но не супер давно, это вообще свежак относительно. И я такой, блин, надо купить. И купил я ее. Сейчас я открою Wildberries, зайду покупочки. За 20 рублей 28 копеек. 28 декабря я забрал, сегодня 10 января. Я наконец-то решил вот снять. Ну, не то, что решил, то я давно вот начал записывать вот такое. У нас начало, нету ни содержания, ничего. Тут первый том, где-то написаны главы, должны быть написаны были даже. По-моему, глава 1. Писали, что ошибки есть в тексте. Это, кстати, не брак, таки есть. Перевернуты тут странички, они в оригинале. Ну ладно, в оригинал не смотрел, но, короче, таки есть. Писали, что шакальные принты, там, перевод херовый. Ничего такого я не заметил. Все как и в обычной манге лицензионной. Что хочу отметить, качество издания приятное, кайфовое. Обложка, материал очень приятный, тактильный. То есть, когда трогаешь, тактика. И странички, правда, у меня сейчас руки такие какие-то странноватые и не очень приятно трогать вообще бумагу какую-либо. Но я что-то вообще уже задыхаюсь, пить хочу. Ну, круто, короче. Очень приятно было читать и интересно. Много событий в этом первом томе, по сути. Почти все вот эти 8 серий, ну, до фестиваля, и они охватили. Вот. Ну, что по рисовке? Рисовка как рисовка. Юмор, ну, юмор как юмор. Стоп, что там 2? А, игрушка, влажная девочка. Ну, короче, блин. Что мы сказать? Прикольная манга, я бы взял второй томик. Если бы была лицензия... не от Истори и не Альдграфа и не от Фабрики комиксов и не от ноунеймов, то есть это Эксельмедиа, Азбука, Истори Анимедиа, что, ну, это основа, я в основном от них в последнее время стараюсь покупать, но в основном от Азбуки, от Эксели мало, к сожалению, покупаю, ну, там особо и покупать нечего, если там что-то начинать покупать, то дофига.
и Реанимедиа, вот. Вот от них бы я взял по приемлемой цене, но, блин, ничего нету. Ну, кстати, может быть. Во-во-во-во-во-во-во. Вот это только из аниме кадр там, стикер вообще обалденный, прям универсальный. Типа под любую ситуацию. Вообще круто. Пока я читал, я кайфовал, мне понравилось читать, прочел я, по-моему, за один, может, не за один, конец седьмой главы, в конце ничего тоже нету. Вот, не знаю, будет ли второй том, ну, имею в виду пиратский. Если будет, и по такой же цене я возьму, конечно же, можно же сразу, как увижу. Ну, если по такой же цене, вот как я брал, вот за 20, ну, за 21, даже 22, то можно заказать сразу же, чтобы пока не разобрали. Хочу волейбол взять от той же конторы, Жожу, который у них там не весь, конечно, далеко, но вот там, где начало четвертой арки, я так понимаю, это 29-й том, да. Вот, волейбол, как я сказал, думаю, черный клевер взять еще, и там что-то еще, наверное. Вот, короче, такой вот коротенький обзор, реально короткий, хотя там еще заставочки, хуявочки, вставочки, ну вот, короче, такие дела. Пишите, что думаете, я рекомендую это. Привет Данилу. И Вове Гуриеву, если я правильно помню. Вот он написал под видосом, там, где последний заказ в ВБ в 2022 году, что сразу лайк за мангу, эта фарфоровая кукла влюбилась. Я, честно, открыл комментарий, чтобы не проебаться и, короче, сказать действительно. Ну, мало ли, я перепутал, кто мне мог там писать, ё-моё, извините, конечно, ребята, но вас много, я один, я не могу все запомнить, кто мне что, когда писал и какие формулировки, вот. Ну, короче, пишите, что думаете, вот, тут Real Hero, мне в рекомендациях надо послушать, классная песня, если та, которую подумал, сейчас даже включу, да, офигенная. Ну и все, короче, надо завершать видосик. Клавиатура вообще кайфовая, прям суперская. Ну и мышечка, ничего такая, ну мышечку я давно покупал в апреле. Вагабонтим с рефилом. Все, короче, будет еще видосик по манге. Скоро. А может не скоро, но запишу я его. Надеюсь, скоро. Ну, как запишу, так смонтирую, такие выложу. И, короче. Вот, все. Stop screaming! Stop! Fuck you! Fuck, mate! Dad, fuck this game, man! Fuck you!